Фитнес-аэробика – массовый и зрелищный вид спорта, включающий в себе элементы спортивной и художественной гимнастики. Команда из 5-9 человек. Основная сложность – синхронно выполнить все движения и составить их в единую композицию. И так как это командный вид спорта, многое зависит в том числе и от сплоченности коллектива. Мы стараемся прислушиваться к друг другу, делаем все сообща и... У нас хорошие отношения. В Анапе аэробикой занимаются более 200 детей. Этот вид спорта культивируется на базе спортивной школы Олимпийского резерва номер 1, руководство которой планирует вывести это направление на новый уровень. На очень высоком уровне у нас развивается этот вид спорта. Он массовый, красивый и заслуживает внимания. Мы будем делать все, чтобы этот вид спорта развивался. Свое мастерство на паркете продемонстрировали 35 команд со всего края, стараясь удивить жюри сложными движениями и акробатическими элементами. Уровень подготовки высокий, но и критерии оценки весьма строгие. Судьи оценивают синхронность, качество исполнения, повторы, много критерий оценок. И, конечно, на вид он кажется, что очень легкий. Это примерно синтез гимнастики спортивной и художественной. Он гармонично развивает и гибкость, и координацию движения. Все физические качества, которые, в принципе, и самое главное, он безопасный. По результатам чемпионата анапские спортсмены взяли 2 золотые и 2 серебряные награды. Победители состязаний выйдут на следующий этап и отправятся на чемпионат России уже в начале апреля. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Попов, Анапа регион.